Так, чем бы заняться? У меня есть ножик. О, я придумал идейку. Сейчас я буду играть в отруби палец по-быстрому. Технику мне объяснили, все очень просто. Бьешь ножом и терпишь боль. Давай, я верю в тебя, ты сможешь. Давай еще разок. Давай. Соберись, тряпка, давай. Итак, смотрите. Видали, я даже руку ни разу не закоцал, хотя она у меня уже половины руки нет, но с ножом я управляюсь вообще на отлично, я всегда так умел делать и ни разу по пальцу не задевать. Ну все, теперь я стану чемпионом в игре «Отруби себе палец». Остались только я и ты, сейчас я тебя догоню. Все, не убежишь от меня. Мне придется тебя вырубить, дружище. Эй, что за фигня? Ножик убери. Это нечестная битва. А, ну и ладно, попробуйте атака долить. Ух ты, я тебе говорю, ножик убери, эй. А то я сейчас кого-нибудь тоже позову. Дружище, помоги, помоги. А, нет, я его пока вырубаю. А, ухап, у меня шляпа слетела. Да, тебе по лицу. Да, все, это честный бой на кулаках. Эх ты, зараза, да. Давай, сдавайся уже, а то я уже устал. Ну, ты хочешь сдаться или нет? На тебе еще раз кулаком. На тебя в дверь. И я тебе предлагал сдаться. Че это он там делает, а? Наверное, интересное что-то читает. Чё, про что книга? Или это не книга? Может, это журнал? Наверное, занимательное, интересное. А что он там прячет за дверью вон слева? Сейчас я, пожалуй, посмотрю. Ты чё? Что-то скрываешь, да? Наркотики? Hey, let's rein it in. Сейчас я узнаю. Смотрите, как беспокоится сразу, а? Так это просто ж запасная дверь. Чувак, а ты чё как раскричался? Это же просто запасной выход.